другая, чтобы ее с ней аккуратно работать. Видишь, выше друзья. Но она старше тебя. Ей 14 лет. Мне скоро будет 14. Боец, ты не ниндзя. Ты не ниндзя! Положи на ракетки меньше. А ты чуть-чуть назад. Значит, еще раз. Приехал дом отдыха на море. С друзьями пошли. Кто умеет в волейбол играть? Кто играет в волейбол? Пацаны. И вы среди них. Мужики. А кто бегает, убирает этот? Те, кто в волейбол играть не умеет. В теннис. Приехали, сами играть. Все хотят играть. Девочки, которые умеют играть в теннис. Все. Стоят в очереди. Или будешь сидеть на лавочке и там этот, сигареты курить. Все, семечки грызть. То же самое с шашками. Умеешь играть в шашки? Значит, молодому человеку, вот он тебе нравится, этот молодой парень, и ты раз выиграл одного в шашке, второго, и он тоже захочет поиграть. Значит, что? Выиграешь у него, он будет бегать за тобой, а ты скажи, не хочу с тобой играть. А он будет с тобой бегать и бегать. А так ты будешь ходить, сигареты курить. Еще раз показываю. Мяч должен вот, не выше. Не надо высоко, не надо низко. Положи ракетку. Дальше. Отсюда то же самое. Вы что делаете? Близко и вот здесь. Не надо ее поднимать. Она вот на уровне живота. Вот отсюда встали. Я своих детей заставлял 1000 раз делать. Только не такой ракеткой, а большой ракеткой. Спасибо большое. Я потом принесу большие ракетки для большого ракетки. Да. Еще раз, посмотрите, вот, видите, вы что делаете, вы начинаете вот сюда, вот здесь. Это первое. Второе. Вы первое сделали 100 раз. И не надо меня спрашивать, следующее упражнение. Не можете 100 раз? Не надо. Делайте 20 раз. Следующие 20 раз. Переверните ракетку. И отсюда 20 раз. Сделали. Следующие 20 раз. Поднимаете подрезочка. Следующие 20 раз с этой стороны. Следующие 20 раз. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У меня что дочка, что сын 1000 раз делали. Да, заставлял. Зато потом, когда дочка выигрывала такой большой теннис, ну теннис такой пластмассовый, мягкий причем. У моих пацанов, которые взрослые, мне приятно было, а они там бегали, ругались, потому что борцы не любят проигрывать. Вы поняли, как мы набивали? Значит, набивайте так. Не можете 100 раз, набейте до уздеч. До уздеч. До уздеч. Вот я в воскресенье играю в часик. Настольный теннис, весь мокрый. Сегодня вор надо посмотреть. Хотели они тоже собраться. Встали. Пошли. Можно мяч? Пожалуйста. Так, и осталось минуты, я проверяю. Жасмина, жестко проверяю. Вот, две крыши. Все, смотри, ты видишь, высоко поднимаешь, тяжело. Стараться не уровня живота. Попробовала так, упал мячик. Попробовала с этой стороны. Да. Хорошо, Матвей. Мячик, ракетка и вы. А что дальше? Ушли, сели. Нет, ушли, 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 ушли. Ракетками. Ушли. 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 А что дальше? Так. Руслан, Алис, Алис, Беатрисия, сюда, Олеся, туда. Ко мне, к нам, лицом к тренерам. Вот, посмотрите, умница Олеся. Боец? Да. Меньше Кумена. Ценит, ценит. Молодец. Значит, еще, играет здесь, борется. Аделина, еще девочки бегут.
бегут прямо по ковру. Нельзя бежать там, где это. Обязательно нужно обойти. Это техника безопасности. Нужно обойти. Есть кто-то, нет кто-то, обойти и сделать. Итак, считаем слух. Осу-ты-орь. Слух считаем. Приготовились? У вас минута. Аджимен. Лицом ко мне. Продолжаем. Упал. Берем на середину и продолжаем. Вроде неплохо, но уже скоро пришли. Если еще лучше, но постоянно ходит. Он постоянно ходит, знаешь, что делать? У Олеси вроде бы идет немножечко. Видишь, она ходит. Молодец. Она немножечко высоко. Стоп! Стоп! Смотрим на меня. Значит, какая оценка тебе, как ты называешь, высоко держишь ракетку. Значит, оценка тебе, шасси, ушла, села. 5000. Стоп. Ты, когда набиваешь, ты ходишь все время. А если будет 10 человек, значит, ты будешь стрелять с кем-то ударять. Значит, ты не центром бьешь, у тебя мяч прыгает то в сторону, сюда. Не центром бьешь. Значит, ты не так или так бьешь. А, нет, тебе, Руслан, тебе оценка чич. А я оценка шасси. Ушла сюда. А, Олеся, ты начала хорошо, а потом что-то сюда, что-то сюда, но стояла на месте. Значит, в конце не очень хорошо. Оценка чинь. Ушла. Выходит Михаила. Уходит Жасмина. Выходит. Аделина, пожалуйста. Аделина, мы тебя ждем. Аделина, мы тебя ждем. Жасмина, чем ты? Чем ты упадали? Вот это называется татами. Так, приготовились. Сами считаете, упал, продолжаете считать. Батюшка! Выше надо никого чуть-чуть. Чем ближе, да? Хорошо, что там был мягкий мяч. Стоп, Мате. Значит, тебе. Близко, вроде этот. Папа. Ошизаться. Тебе три. Ушли серии. Боец. Туда и туда. Вот, посмотрим. Готовы? Хаджиме. Посутовой. Мате, стоп. Значит так, Григорий, тебе патру. Что? Иди сюда, я тебя ударю. Ты пацан, не играть не умеешь, теннис. И как тут я? Дамян. Значит, Дамян, оп. Теперь вы подходите туда, ставите ракетку и мячик. И разбирайтесь. Три девочки здесь, три пейки там, двое боец там. Сюда, пожалуйста. Да. Еще раз. Ну, я покупал по 10 лет. Да. Ну, куда ребенок? Так я ходил на том базаре, на этом, что я купил только 12, конечно, дорого. Нет, это еще дешево. Топ. Девочки, третья там. Там Аделина, там. Где? Жасмина. Олесенька, туда. А остальные здесь, девочки. Так, легли на живот. Девочки, давайте потом будете разговаривать. Сюда, пожалуйста. А, три здесь. Три туда, девочки. Боец, туда. Петя. Лицом ко мне. Чей? Мой? Да. Возьми. Значит так. Чинч, Флоте. Готовы? Да. Джо. Оно. Что Оно. Ай.
Uno, doi, trei, patru, cinci. Spinarea. Adelina, pe ce nu balea? Mâștele. Nu e copii. Dacă nu are să spinarea. Adelina, spinarea. Spinarea. Invers. Invers. Spinarea. Итак, пресс. Cinciori, пошли. Uno, doi, trei, patru, cinci, stare. Așezări, cinciori, pregătoriți. Uno, doi, trei, patru, cinci. Алисенька, Бетрище, давай мы с тобой договоримся так. Ты делаешь красиво и очень резко. Хорошо? Чуть-чуть делай побыстрее. Левее на живот. Кто ты? Кто я? Кто ты? Готова? Где чего? Аджина. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. Оп. Ноу. Георгий. Григорий. Да. Ну так делай. Здесь девочки делают ниже, чем ты. Ты же можешь сделать, я же видел, что ты можешь сделать. Давай. Давай. А ну посмотрим. Давай, ты чуть-чуть. Ниже, но. Ложись, ложись, ложись. Ложись, ну, жжет. Давай. До конца ляжь, потом ставь. Ложись. Братан. Понял? Жжет. Вот, уно. Еще. Двое. Три. Патру, молодец. Чинч. Так, пресс. Пресс. Джоэля. Десять. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шап. Хо. Богу. Здесь. Встали. Качайте пресс, а то будет пузо, как у меня. Эй! А, да, да. Красиво делать приседания. Ашизы. Для чего? Пошли. Уну. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. Оп. Ноу. Зече. Понял уборку. Это на живот, правильно? Левее на живот. Понял уборку? Нет. По лбу не надо положить. А как лечь на живот? Кулкац-фигурка. Да? В общем, кулкац-фигурка, а еще, значит, легли на живот. Да. Значит так. Девочки. Так. Беатрич, сюда. Вот сюда. Скажи, пожалуйста, мама есть? Да. Ходит на базар? Нет. А кто ходит? Никто. А как ты? Откуда же ты там? Овощи, кухни? Ну, с бабушкой. Бабушка? Да, представляешь, бабушка несет арбуз, да? 5 килограмм, да? 3 килограмма перца, да? 5 помидор. Бабушка несет. А вы дома сидите, да? Беатрич, бабушка пахает, а ты не можешь 5 раз отжаться. А бабушка арбуз несет 5 килограмм. Я офигею. Ты же тоже будешь бабушкой. Тоже будешь носить. Поэтому ты же будешь сильный. У тебя будет семья. Тебя будет. А его надо носить. Да, он плачет. О-о-о-о-о. Муж уйдет носить. А знаешь, почему? Потому что маленькие дети привыкают к маме, и до 2 лет они папу крутят. Это не больше папа крутит, правильно? Никто работает. Поэтому они, когда папа берет, они начинают еще больше крутить. Поэтому до 2 лет ты будешь его носить, а если будет у тебя ручки слабые, то тебе бы целовал бы, а раз целовал бы, ты его не сделаешь, ты делаешь покушать, муж придет, будет голодный, будет злой, и уйдет от тебя. Да, пойдет другой, который сильно готовит. А, молодец. Молодец. Еще раз. Быть обязательно сильным.
Эй, зачем вам нужно быть сильным? Кто сильный? Кому на уроках учиться не надо? Он сильный, он послушал, все запомнил. А кто слабый? Приходится дома учить. Так, сейчас я даю. Дай мне мяч, птичий. Дай мне. Сейчас, Валерий, я вам показываю. Да. Спасибо. Еще раз. Тревоть. Сус, тревоть, жжет. Еще раз. Вот. Раз. Опять с места не сходит. Опять. Раз. Два, три. Бей отсюда. Раз, два, три. Останавливаем. Или уровой, или двое, или три. Больше не надо. Еще раз. Раз. Уходит мячик. Вот, например, да? Раз уходит. Возьмите его еще раз. Раз, уходит. Ага. Пока, видите, я не размялся, поэтому мне тяжело. Уходит. Раз, уходит. Значит, надоело. Раз. Два, три. Цель. Девочкам дай. Так, вон возьми мешок. Дай девочкам мяч. Нет, не красный. Быстрее. Раз, каждому дал. Все, давай следующему. Все, встали, пошли. Лицом ко мне. Три сверху, три снизу. Пошли, Адалина, не сиди. Пошли. Иди сюда. Олеся, сюда. Олеся, сюда. Бегом. Бегом. Бегом, дай. Сюда. Все, у меня мяча нет. Вон мячи. Играешь.
Там вот эти в разные стороны, то есть маленькая, здесь больше площади. Так, не все равно, потом она как переделана, да? Присядь, встань, так, хорошо, куда встать? Нет, где руками, ногами. Держи. Если руками, он будет теперь встать туда. Во время приема они нужны чуть-чуть прямые. Во время приема. Раз. А так вот. Хорошо. Матея. Ушли. Вместе с мячиками. Ушли. Вы видели за тренинг, да? Преподаватель культуры Андрей Павлодан. Пожалуйста, пошире сели. Вот. Он очень не любит, когда не умеет играть в волейбол. Он не любит, когда на скакалке не умеет играть. Я вам скажу, его девочки делают по 170 раз в минуту. Боец, Федя, ты не мяч. Значит так, пожалуйста. Адалина сюда. Жасмина. Аиш. Так, и Руслана сюда. Значит так, вы делаете 30 раз, 3 раза так, 3 так, 3 так, 3 так, 3 так, 3 так. Готовы? Еще раз, скобли ближе. Чем-то встань, чем-то. Вот так, готовы? А мы посмотрим, как же мы. Пошли, сверху, снизу. 2 раза или 3 сверху, 2 снизу. Пошли, играем, играем, играем. Жасмина уму, да, 3-3, доль, 3-3. Аделина, так, смотрим. Давай, на центр, я сейчас центр поставлю. А центр ставлю. Сверху, снизу. Жос, сус. Сверху, снизу, по одному разу. Сверху, снизу. Аделина, один раз сверху, снизу, давай. Ну, раз, ну считаем. Жасмина, считаем, сверху, снизу. Давай. Уно. А сверху, смотри, сверху, снизу. Мате, ушли. Следующие девочки, Петя. Жасмина. Аделина и Руслана. Сделай. О, как? Ты сколько раз сделала сверху снизу? Ноль. Олеся. Руслан? Да. Так, да? Сверху снизу? Да, и так раз, три раза, и так. Ни разу не делал. Может быть, я пошлю, пожалуйста, сюда. Все. Вперед, ковер, центр. Алисенька, центр. Михаил, центр. Значит, может быть, я задание неправильно дал. Посмотри на меня, для встречи. Да. Один раз сверху, один раз снизу. Раз. Готовы? Это 30. 30 раз. Хаджин, пошли. Сверху, снизу. Играем. Ну, давай, еще. Один раз, второй, третий. Или девочки не умеют волейбол играть. Ну, снизу, сверху, без перерыва. Так, стоп, мате. Так, зеро. Ушли. Пожалуйста, этот, боец, пожалуйста. Жукен лобалей. Пас, сус, пас, жор. Осутрой. Хаджина. Снизу, сверху. Руслан, пожалуйста, да? Я посмотрю. Ну, давай. Один раз сверху, один раз снизу. Давай, боец. И снизу. Смотри, снизу, сверху. Подряд. Из остановки. Ну.
Что? Мате, Руслана. Уно. Зеро. Зеро. Ушли. Я. Да, я извиняюсь. Зеро, да. Зеро. Уно, да, уно. Значит, сейчас. А, я извиняюсь. Сейчас все легли на живот. Раз, легли на живот, куняла бурка. Ой, этот, кукатла. Вы тоже. Вперед. Три девочки туда, три сюда. Девочки, туда. Боец. Боец. Три камеры. Одна снимает этот ковер, одна этот ковер, одна этот. Боец, сюда. Сюда. Двигайся! Так, оп, той. Хлотель, пресс, ашузель. Нет, бру. Бру. Чин-чур. Кто сделал 5, значит, смотрите, отжимание, приседание, отжимание, пресс, приседание. Кто сделал 5 приседание, поднимает руку. Чинч-чинч-чинч. Готовы? Да. Пацаны. Кто первый? Уну, дой, три, пар, чинч, пресс. Уну, дой, три, патру, чинч, осужей. Уну, дой, три, патру, чинч. Хорошо. Аделина, еще три раунда сделала. Нет, нет, нет. Детственный горшок ты била? Во, молодец. Матвей, легли на живот. Оп, той. Приготовились. Внимание. Оп, той. Джи. Уну. Уну, Олеся. Дой. Три. Нет, Олеся. Патру. Чищ. Шата. Шапта. Оп. Прех. Уну. Дой. Три. Патру. Чищ. Шата. Шапта. Оп. Матвей, встали. Ашузе. Пошли. Уну. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаста. Шапка. Оп. Мате. Так, ушли, сели. Оставили мечи. Мечи оставили. Олеся. Что ты мне сказки про кувырок рассказывала? Ой, не Олеся, извиняюсь, Беатрича. А? Скажешь? Мать, я бывший милиционер, я скажу в армию 2 года. Я обманщик, я все время обманываюсь. Я должен обманывать честно, чтобы вы поверили. Поверил. Сам директора поверил, думал Виктор, поверил, чтобы Ксения Александровна поверила, чтобы Юлия Александровна поверила, чтобы директор поверил, чтобы жена поверила, так надо врать. Честно надо врать. А ты, Кувырок, скакалка прыгает, голова не болит, теннис играет, не болит, волейбол не болит, отжимается, не болит. Брёмс, брёмс. Живем. Так, хорошо. Сейчас последнее упражнение. Последнее упражнение. Правильно, Лиза. Молодец. Вот я вижу, ты готова. Еще раз. Зечевой стынга. Зечевой дрябка. Зечевой стынга дрябка. Стынга дрябка. Уй, дой, три, пару, три. И сюда. Давайте не 10 раз, а 5 раз. 5 раз. 5 раз. 5 раз. 5 раз. И отсюда правый, правый, в левую руку. Готовы? Да. Отжимаем. Положи мяч. Положи мяч, девочка. Нет, нет, нет. Вы здесь. Хорошо, а теперь смотрите, ты ниже, берем раз и делаем круг, один раз стрелка, один раз прямо.